Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, ты как, цел? Я кормлю, бабай! Один цилиндр накрылся! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятье! Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье. Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть бар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда, узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артёмом? Как, усиление? Нет, пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Может, больше. Понял. Действуй. Пошли, Артём. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Стёпа, Дамир, ставим периметр. Так, есть. Проходная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Есть. Сэм, я Алёша. Да, материал есть, уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артём. Вы там осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Ха-ха, ух ты! Здорово! Слышал? Проверишь, что там? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше и не найти. Идем туда.
Артём, заяц! Лодка. Купаться тебе, значит, не придется. Местные, видимо, в основном по реке передвигаются. Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Удачи. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирные. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не доставайся, народ у нас медленный, не стоит отпугать. Церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите, а мы с Настей к вам сами доберемся. Ну что? Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат проповедь была. А потом что? Да вот вроде тут был, а потом раз... И нет, он же лукавого его послал. И отец Силантий говорит...
смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Ничего, рыба меня защитит. Ой, один еретик. Вижу еретика! На! Это еще можно. Все пропало! Спасайтесь! Убей его, собаки! Вот он, гад! На складе прячется! Может, и не убьет. Я сдаюсь! Только не стреляй! Ибо сказано в Писании, что прощать мы должны врагов наших! Сюда!
Это, блядь, что было? Кит? Ух и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету жить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Нет, там самолет валяется. Мне только оставь там чего надо, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. Живой! Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет.
Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Зайди после если бы не вы, нам бы точно тут не тебя было. Подарок дожидается. А пока не всякий приз. А там и Аня нас встретила. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая. Добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма. Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Катя, Настя, идите чай пить. Не стесняйтесь. Спасибо. А вы, Катя, откуда вообще родом? Эх, что ж с тобой делать-то? Привет, Артём. Здорово, Артём. Ты там молодцом выступил, наслышанный. Кстати, Алексей, друг мой, Катерина, которую Артём с Аней привели. Заменить я бы еще заменил, да нет. С Южного Урала. Как тебе рюкзак-то? Не трёт, нигде не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Пневматика, но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать, хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи, а то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я-то старался. Так что, носись с честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Артём, ты в порт?
Я Алёшу скоро меняю, так что прости, не могу с тобой. Она ведь медсестра, может, продемонстрируешь ей свое ранение? Заодно и познакомитесь. Ага, как же. Там Степан уже хвост распустил. Куда там мне? А ты, Артем, что, в порт собираешься? Людей там нет. Я, по крайней мере, не видел. Нелюди есть. Так что будь осторожен. Надо чинить, а я тут вас. А раньше, говорят, тут хорошо было.